Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба. Ситуация продолжает ухудшаться, но в соответствии с нашими прогнозами это происходит. Сегодня мы заслушали ряд муниципалитетов, определились с основными направлениями работы органов местной власти. Кроме того, одной из главных тем сегодня на штабе стало начало оздоровительной кампании в детских лагерях. Мы уже сегодня можем говорить, что первой смены не будет. Мы вернемся к этому решению в июне и, возможно, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, то с 1 июля начнем летнюю оздоровительную кампанию. Но решение об этом пока принимать рано, будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Дополнительно рассматривали формат работы дежурных групп в детских садах, это отдельная зона риска. Заслушали руководителей муниципалитетов, в частности по городу Благовещенску. У нас, к сожалению, уже есть случай, когда ребенок положительный, с положительным диагнозом на коронавирус попал в группу, и, соответственно, приходится огромный объем работы проводить по конкретному детскому саду, по дезинфекции, по выявлению контактных лиц. Поэтому обсудили сегодня с главами дополнительные меры, которые необходимо предпринять в согласовании с Роспотребнадзором, чтобы избежать таких ситуаций.